Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, ребятушки, всем привет! Сегодня у нас компания JDI сделает смартфоны практически безрамочными со всех сторон. Японская компания Japan Display Inc., являющаяся одним из ведущих производителей LCD-дисплеев малого и среднего размера, представила свою новейшую разработку в виде 5,5-дюймовой панели с разрешением Full HD, в которой применяется технология Full Active. Благодаря этому толщина рамок вокруг экрана минимальна со всех четырех сторон. До этого производителям удалось достичь минимальной толщины рамок сверху и по бокам, однако снизу оставалась широкая область, за которой скрывалась вся электроника, отвечающая за работу экрана, вроде сенсорного контроллера и так далее. JDI не удалось полностью избавиться от нижней рамки, однако она сделала ее еще существенно меньше, чем у конкурентов. Так, достичь таких результатов JDI удалось за счет более плотного расположения элементов и новых сборочных технологий. Толщина нижней рамки теперь лишь немного превышает толщину остальных трех сторон. В теории это позволяет сделать смартфон размером с сам дисплей. Но из-за необходимости расположения на фронтальной стороне камеры, датчиков и разговорного динамика, этого пока сделать не получится, но это в любом случае позволит уменьшить размеры мобильных девайсов. JDI планирует начать массовое производство новых панелей к концу марта следующего года, поэтому ожидать скорого появления устройств с таким экраном пока не стоит. Также производитель намерен использовать технологию Full Active и для создания других дисплеев. Ну да, это можно и телевизоры, компьютеры, планшеты, в общем, все, что хочешь делать. Прикольно. And all applications as well.